вообще так получилось, что у меня с недавнего времени появилось хобби. Я до этого думал, что это просто дополнительный заработок денег. Постарайтесь быть молодыми, если не получается на физическом уровне уже, то постарайтесь оставаться молодыми хотя бы в душе. Что, в принципе, вообще просто взорвало у всех все, что только могло взорвать. То нам изначально говорили, мы хотим омолодить бренд. Я говорю, в принципе, вы были на стричке, там все пьют моршинскую. Куда вы хотите еще омолодить? Всем привет. Все поели, сыты, довольны. Нет? Плохо поели? Ну ничего, еще потом вечером пойдите. Так, меня зовут Иван. Я представляю, наверное, самую, если можно так сказать, бутиковую команду в нашем агентстве. Нас не так уж много, всего лишь там два стратега, креативная пара, дизайнер-менеджер и бренд-лидер. Я сегодня буду говорить о прекрасном, о молодости. С нее и начнем. Я всегда очень люблю говорить о том, что стратеги должны, конечно же, находить правильные ответы, но и до этого задавать правильные вопросы. У нас в стратегии и в агентстве есть два, наверное, самых любимых вопроса. Это вопрос «Зачем?» и «Почему?». Поэтому начнем с вопроса «Зачем?». Все-таки вообще мы говорим с вами о молодости и зачем брендам молодиться и заниматься омоложением. Ну, во-первых, все достаточно логично. Если они этого не сделают, то они постареют. И дальше будет… Это все не так уж, в принципе, радужно, потому что дальше они, скорее всего, умрут. И умрут они не с какими-то почестями, фанфарами, салютами и так далее, а умрут они в полном одиночестве и, скорее всего, в мучении, потому что они будут падать, скорее всего, с достаточно высокой вершины и потихонечку по нисходящей умирать, умирать и умирать. Если говорить в целом про омоложение бренда, то я в этом всем вижу два вектора. Первый вектор можно назвать технологическим. То есть это, в принципе, понятная история. На рынке появилась какая-то новая технология, тебе как бренду нужно ее освоить, чтобы начать по-новому коммуницировать с аудиторией, либо находить с помощью этого технологического инструмента определенную новую аудиторию. Да, чтобы не выглядеть как вот эта вот прекрасная женщина, которая фотографирует. Второй момент, он уже больше как раз-таки про бренды, и про него мы сегодня будем с вами говорить в рамках кейсов. Это уже позиционное омоложение. Это тогда, когда тебе нужно пересмотреть свои ценности, когда тебе нужно где-то что-то подфантюнить, заменить, чтобы начать говорить уже с какой-то новой молодой аудиторией, ценностями этого поколения, этой аудитории. Это уже, да, больше про такой какой-то мэджик, когда вот прекрасные, да, были вопросы про то, что а как же ж Foxtrot, у него была старая аудитория, а вы полезли в молодую. А вот как раз-таки штука в том, чтобы сделать вот этот вот дзынь и соединить эти две аудитории, не потерять старую и прибавить к этому новую, и случился, чтобы случился мэджик. Приведу, вообще так получилось, что у меня с недавнего времени появилось хобби, я до этого думал, что это просто дополнительный заработок денег, а оказалось, что это хобби, потому что мне нравится все больше и больше, и я, в принципе, я надеюсь, сейчас нет этих людей, которые меня нанимали, готов это делать не за такие деньги, за которые делаю. Я начал заниматься преподаванием, и мне очень это нравится, вот. И, в принципе, моя лекция будет немножечко отличаться от лекций других. Я сначала проведу такой краткий ликбез по поводу омоложения и так далее, а потом уже перейду к кейсам. Так вот, приведу для начала два самых, наверное, плохих примера, которые я нашел, когда бренд не смог провести техническое омоложение и не смог произвести позиционное. Первый, я думаю, многие из вас о нем знают, это прекрасный Томас Кук. Это один из, наверное, старейших британских туроператоров и вообще, в принципе, один из старейших операторов в мире. И в какой-то момент, не в какой-то момент, а в сентябре, он объявил о своем банкротстве, оставив за границей почти там больше, чем 500 000 человек, которые не знали, что им делать, как им вернуться, куда обращаться и так далее. Это компания, которая, у нее уже были свои самолеты, уже была своя инфраструктура, но они рухнули. И рухнули они, по большому счету, не из-за того, что британцы стали меньше путешествовать. На фоне даже предыдущего года количество людей, которые стали отправляться в отпуск, да, и по праздникам, и не только, оно даже увеличилось на 3% всего, но тем не менее оно составляло
60%. Штука в том, что мы с вами просто начали делать это по-другому. Вот. И те самые бренды, которые у всех на устах, вроде Airbnb, всяких EasyJet, того же Booking, который уже давно существует, они просто съели вот эту вот старую-старую махину, которая просто себе жила и жила, и думала, да, зачем мне вот эта новая экономика, шеринг, какие-то экономии и прочие вещи, я вот тут буду продавать и дальше туры all-inclusive старым британцам, вот, и они будут гасать в Египет и прекрасно там отдыхать и так далее. Не получилось, обанкротили. Сейчас их вроде как купил какая-то китайская какая-то большая компания, вот, должна влить в него кучу денег, но все равно будет их перепрофилировать уже больше в онлайн-туроператора. Вот, тем самым, в принципе, планируют вытянуть их из того банкротства, в которое они попали. Это вот плохой пример как раз-таки, когда бренд недооценил те технологические вещи, которые происходят на рынке, упустил и умер. Второй момент – это позиционные ошибки. Думаю, тоже знаете этот бренд. Если не знаете, сейчас я вам про него расскажу. Аберкромби и Финч. Я постоянно неправильно его говорю, вот это первое слово, поэтому могу ошибиться в следующий раз. Этот бренд тоже старый, ему 125 лет, у него огромная история в ритейле в плане одежды. Вот. Он выпускал изначально различное снаряжение и одежду для всяких охотников, рыбаков и тому подобное, даже продавал оружие у себя в магазинах. Вот. Но потом их там несколько раз выкупали и так далее. Так или иначе, к ним пришел один менеджер, вот, который начал все это перестраивать. И, в принципе, справлялся с этим всем хорошо, но вот сейчас все стремительно падает. И на самом-то деле все произошло из-за того, что вот этот вот парень, Майк Джеффри, он просто перестал понимать, чего хочет современная молодежь. Вот. И это, наверное, одно из самых крупных и масштабных достижений хипстеров, потому что есть даже целая статья. Хипстеры уничтожили Аберкромби. Они реально его уничтожили, потому что они просто превратили его в мем. Они начали, ну то есть Facebook, в принципе, и не только Facebook, если вы просто загуглите название этого бренда и прибавите к нему слово мем, то вы найдете максимальное количество различных приколов. То есть эти ребята запустили флешмоб, когда они доставали из своих шкафов старую одежду Аберкромби и раздавали ее бездомным, потом фоткали их с различными табличками, выставляли это в соцсеть и всячески над ним насмехались. Ну то есть ребята просто, а вот так он сам выглядел. И его больше всего хейтили за то, что он везде в интервью говорил, что в моих магазинах должны покупать одежду только красивые люди. Вот. Ну, соответственно, они как бы сразу поняли, за что зацепиться, за его внешность, и начали максимально его троллить в этом плане. Он действительно зашел очень далеко, потому что у него не было больших размеров, то есть люди там полные или крупные, они не могли найти там просто одежду под себя. И причем это касалось только женских линеек, что, в принципе, вообще просто взорвало у всех все, что только могло взорвать. Параллельно этот парень дошел до того, что он одному из селебрити, ну это, кстати, хорошую вещь, которую он сделал, он одному из селебрити заплатил деньги, чтобы тот не носил его бренд, потому что этот чувак был слишком стар для его бренда, вот, и он боялся, что он просто размоет его аудиторию, с которой он тогда работал. Аудитория у него была 18-24. Вот. Ну и, в общем, максимальное количество, вот те самые бездомные, которым они раздавали одежду. Вот тут написано у него, я слишком бедный, чтобы носить Аберкромби, я слишком толстая, по-моему, чтобы носить Аберкромби. Ну и много-много всего. И, в принципе, так этот бренд и потихонечку затухает, и сейчас он держится только за счет своих других брендов, которые называются по-другому. Вот. Они хоть как-то вытягивают его доходы. Хороший пример в этом всем – это Pepsi. Я не смог найти более, на самом деле, репрезентативного бренда, который отвечает такому понятию, как вечная молодость. У Pepsi было всегда все очень круто. И станет понятно, если мы просто посмотрим на их истории. Потому что в 80-е Pepsi говорила со своей аудиторией через Майкла Джексона. В 90-е она говорила через образы прекрасной Синди Кроуфорд. В любимых нами 2000-х это была, конечно же, Бритни Спирс. И в последней рекламе это уже Карди Би. Путем достаточно простых математических и логических выводов мы можем сказать, что Pepsi в каждом десятилетии находила тот самый голос поколения,
того поколения, поколения Pepsi. Вот. И успешно, казалось бы, бренд существует очень давно, но он успешно все так же остается молодым и по сей день, и все так же есть понимание Generation Pepsi, и все так же молодежь убирает Pepsi и так далее. Вот. И в этом плане, если все это подытожить, то в принципе хороший бренд, да, он немножечко как Jared Leto, он просто вечно не стареет. Вот. Это такой себе Дориан Грей, где-то есть вот у Pepsi в их хедквотере какая-то комната, где потихонечку стареет их банка, вот, а само оно не стареет и дальше процветает и процветает. Вот. Но у молодости, конечно, в принципе, как и у всего вообще, что есть в этом мире, есть враг. Вот. Враг очень такой коварный, и с ним иногда сложно бороться, и вообще сложно его заметить. Этот враг называется фейк. Вот. Мы называем это ненастоящесть. Опять же, если мы разберем это слово в какой-то исторической штуке, то оно существовало всегда, просто называлось по-разному. Да? Когда-то это было трушно-нетрушно, кул-не-кул в 2000-х. Вот. Сейчас это называется фейками. И так уж получилось, что особенно у нас в стране вот этой вот фейковой, ненастоящей рекламы достаточно много в телеэфире. Мне повезло, у меня есть прекрасная жена и не менее прекрасная теща. Я надеюсь, как-то она узнает о том, что я сегодня это сказал. И два раза в месяц я прихожу, мы приходим с женой на обед, и у нее, конечно же, как у нормального человека из ее поколения, на кухне, в уголочке висит телевизор. Вот. И я смотрю рекламный блок всегда. Вот. Ну, потому что у меня нет телевизора, и мне больше негде смотреть рекламный блок, а просто гуглить, ну, типа, реклама на СТБ достаточно странно. И я смотрю просто все, что происходит вообще сейчас в эфире, чтобы быть как-то в контексте всей этой рекламы. И там видно очень много вот этого вот ненастоящего. Я не буду показывать наших украинских коллег, просто, ну, это, я считаю это неэтичным. Вот. Я покажу просто пример с российского рынка, как выглядит та самая ненастоящесть и как выглядит плохо проработанный бриф, который называется «А давайте снимем молодежную рекламу». Вот. Зачастую у нас происходит это все вот так. Просто дай мне актуальный фреш. Самое худшее, что могли еще сделать они, это чтобы этот чувак начал танцевать, не знаю, тектоник. Вот. Ну, то есть, это происходит из-за того, что где-то пришел бриф, а давайте снимем рекламу для молодежи, а там сидят ребята, которым под 40, и они такие, о, а что, ну там должен быть скейтер, должен танцевать брейк кто-то, может получится найти еще кого-то битбоксера, и мы, значит, засунем все это в один ролик, я спрошу у своей дочки, какие там всякие словечки, типа сейчас есть новомодные, мы как-то их вставим, и вот что-то получится. Получается максимально ненастоящая картинка, которая точно не работает на ту аудиторию, на которую она рассчитана, и в принципе это самая распространенная ошибка, которая есть на нашем рынке в плане вот, а давайте омолодим бренд. И вот омоложение обычно у нас заканчивается какими-то такими роликами. Теперь про кейсы. Моршинская. Я не люблю вообще делать всякие эти квизы и взаимодействие с аудиторией, если честно. Но тут можно сделать интересную штуку. Когда вам нужно купить какую-то бутылированную воду, кто из вас не покупает Моршинскую? Так. А можно тогда... А какую воду ты покупаешь? Так, я не знаю, что это. Это какой-то high fashion сегмент, да? Все, я понял. Так. Хорошо. Ну, в общем, в принципе, как бы, если обращаться к данным, то у Моршинской знание без подсказки, причем мне сложно понять, какое знание с подсказкой, какое может быть эта подсказка, оно порядка 75%. То есть, если мы сейчас с вами выйдем на улицу и спросим начнем спрашивать у людей,
какой бренд бутилированной воды вы знаете на рынке, каждые полтора человека скажут нам Моршинская. Вот. И на самом деле в этом всем еще более глобальная история, то что они входят в группу брендов, и Моршинская там находится на первом месте, на втором месте находится Миргородска, и там дальше где-то потом еще, возможно, на третьем, на четвертом есть Боржоми. И штука в том, что это все один большой бренд. То есть, в принципе, это максимальный монополист, ну то есть это бренд, у которого знание зашкаливает, и, ну, в принципе, все хорошо. И именно с таким брифом, условно, да, и со всем этим страхом мы приступили к тому, что, ой, нам нужно сделать что-то для Моршинской. Ну, потому что, как бы, что еще делать? Ребята, у вас все отлично. Про вас знают все. Вас пьют все, вас все любят. И, в принципе, непонятно вообще, что вам надо. Вот. Но мы все-таки, работу надо делать. Вот, поэтому мы такие сели и начали думать. Вот. Поняли, что как бы до этого бренд Моршинская вбивал на протяжении где-то 5 лет людям в голову, что мы из Карпат, у нас природная вода, мы такие все зеленые, елки были на этикетке, люди какие-то векторные бежали по этой бутылке. И все, в принципе, было понятно, тогда это было обусловлено, ну, то есть и логично, потому что, в принципе, когда ты выводишь какой-то новый бренд на рынок, тебе нужно начинать как раз-таки с рациональных преимуществ, а не просто с какой-то миссии там, и каких-то непонятных философских вещей. Потом они переключились больше уже на такое, они пытались выработать в нас на волне вот этого ЗОЖа паттерн того, что всем нужно пить 1,5 литра воды в день. Это, в принципе, неплохо, если вы так делаете. Вот. Но опять же, Моршинская, по-моему, на протяжении 3 лет через различные рекламные кампании доносила эту штуку, что вам нужно пить, вот там вы вичевает и инши помечают, и все вот эти вещи были направлены на то, что пей больше водички, и, конечно же, пусть это будет Моршинская. И вот как бы что делать дальше, было непонятно. И, в принципе, поэтому они и пришли к нам, чтобы мы им придумали вот это вот, а что же дальше. Нам, в принципе, повезло с точки зрения того, что у клиента было огромнейшее количество всяких материалов, исследований, презентаций и прочих вещей, и мы с этим всем работали на протяжении всего проекта, встречались часто с клиентом, и у нас было такое вот огромное облако тегов. Самым распространенным комментарием на все вопросы и все идеи было, конечно же, какая роль воды в этом всем. Вот. И мы, в принципе, крутились во всем этом облаке всего, чего только можно. И Карпаты, и Зеты, обычные миллениалы, ранние миллениалы. Пытались разобраться, почему всем так нравится фейс. Вот. Кто такие Зеты? И как, в принципе, вообще со всем этим работать? Вопрос, кстати, с омоложением тоже у меня возник сразу в голове. Такая нестыковка, потому что нам изначально говорили, мы хотим омолодить бренд. Я говорю, в принципе, вы были на стричке, там все пьют Моршинскую, куда вы хотите еще омолодить? Чтобы вас пили дети, которым до 16, я думаю, они и так ее пьют, просто это Моршинская детская какая-то. Ну, то есть, все нормально, омоложение как бы не ключ, зачем вы к нам пришли. И опять же, как до меня все говорили, мы, в принципе, ничего не делаем без исследований. И на самом деле, да, это такая наша мантра, потому что, да, в любой непонятной ситуации иди делай исследования. Вот. Не можешь в чем-то разобраться, иди смотри, как люди покупают продукт. Иди разговаривай с этими людьми, приставай возле полки к людям в магазине. Вот. Делай, в общем, все, что угодно, но пытайся выйти в поле, как говорится, вот, и найди там интересные вещи. И тут мы сделали, у нас не было времени, и клиент, в принципе, сам по себе не понимал, у него же есть куча исследований, зачем делать еще одно исследование. Вот, там же как бы все написано, вон эти Z, вот они там хотят что-то инновационное, давайте просто сделаем все как там и все. И мы сделали очень просто, мы просто прошлись по офису, поспрашивали у коллег, у кого есть братья или сестры подходящего нам возраста, от 16 до 20, и попросили их прийти просто к нам в офис, мы с ними просто поговорим, там спросим вообще за жизнь, что слушают, как дела и прочие вещи. И из этого всего мы, в принципе, вычленили на самом деле самую главную историю и самый главный инсайт любого вообще молодого поколения, вне зависимости от десятилетия или столетия. Когда есть слово «нужно», а именно об этом говорила Моршинская в предыдущей своей рекламе,
то слово «нужно» вызывает всегда вопрос «а почему?». Особенно у молодого поколения. Они, в принципе, не любят делать это все, что-то делать через палку. Да и не только они, никто из нас не любит, когда им указывают, что нужно делать, а что делать не нужно. Вот. Поэтому мы взяли это как за основу, с которой нам предстоит бороться. То есть каким-то образом нам нужно донести, почему человеку нужно за собой следить, и нужно пить те 1,5 литра в день и прочие вещи. И мы как раз-таки на вот этих вот глубинках, таких минимальных, разговаривали с этими ребятами про восприятие тела, про то, там, считают ли они это там, ресурсом, как они к нему относятся, что такое там забота о здоровье и прочие вещи. И один парень, нам это не прямая речь, но как бы ее можно описать так, он сказал, что в принципе да, как бы ресурсы нужны для всего, и свое тело он как раз-таки рассматривает как один из тех самых ресурсов. И на самом-то деле это все нас отсылает к нашим с вами мамам и бабушкам, которые всегда нам говорили вот такую вот фразу, да, очень такую простую и понятную. Главное, чтобы здоровенький был. Вот. И, в принципе, эта мысль с нами живет, ну вот как только бабушка так начала говорить, с того времени она с нами и живет. Потому что если мы убираем из любого уравнения здоровье, то все остальное не имеет значения. А если здоровье есть, то там уже как-то что-то получится, что-то докрутится, как-то выкручусь и сделаю. Поэтому так у нас родился первый промежуточный слоган, платформа, которая называлась «Твое тело, твой ресурс». Но оно нам немножечко не нравилось по там, коннотации, тому, как это звучало, поэтому мы решили сделать его еще более общим, но не потеряв целевое ключевое наше сообщение и не размыв сильно аудиторию, поэтому мы пришли к такому слогану «Твое тело, твое будущее». И расписали это немножечко больше в абзаце, показали Моршинской роль воды вот, в этом всем. Мы показали, что да, что Моршинская в принципе создана для того, чтобы поддерживать тебя на пути любых твоих свершений, помогать тебе в достижении различных твоих результатов, задач и так далее. И в принципе формировать твое будущее. У нас есть прекрасный инструмент, который мы используем на практически, ну на большинстве стратегических презентаций, чтобы клиенту лучше объяснить позиционирование и лучше показать, какой бренд мы хотим создать, мы делаем муд-видео. Муд-видео не является какой-то прямой рекламой, вот, но оно передает ощущение, которое мы хотим построить, которое мы хотим, чтобы человек почувствовал, когда он увидит потом ролик. И давайте его посмотрим. Ти точно знаєш, що Original is never finished. Бо ти і є Original. Цей світ вже твій. Але чи готовий ти до цього?
Вот, такое было муд-видео, клиенты были очень довольны, все сказали, да, вау, вы попали прямо туда, все классно. Но есть один моментик, нам нужно провести фокус-группы. И это был мой первый проект вообще, и, наверное, в принципе, первый проект агентства, когда клиент как-то собрался тестировать стратегию на фокус-группах. Ну, просто обычно это более какие-то понятные материалы или уже там полуконечный креатив, а тут просто проверить стратегию. Вот. Но как-то мы это все пережили, вот. Потому что, да, фокус-группы сказали «да», и мы побежали дальше уже разрабатывать коммуникацию. Вот. Самым главным, что было в брифе для креативной пары, это то, что наша главная территория – это человеческое тело и его возможности. Команда Моршинская придумала такой хэштег «телесность», вот, и очень хотела везде видеть ту самую телесность. Вот. И мы думали, как же эту телесность, вся вот эта работа с телом и прочие все эти штуки передать. И, в принципе, нашли, наверное, идеальное решение для этого. Мы придумали платформу, которую назвали «Вдох-выдох Моршинская». Она простая и тем, на самом деле, и хороша. Потому что, если мы разберемся, то вдох – это всегда начало, и это, в принципе, начало какой-то жизни. Выдох – это, наоборот, какая-то пауза, завершение чего-то, передышка и так далее. И Моршинская в этом мире занимает промежуток как раз между вдохом и выдохом. И она дает человеку как раз-таки дополнительную энергию для того, чтобы завершить все-таки действие, которое он начал, и как-то его побороть. И мы, плюс у этой еще штуки есть прикольная ритмика. То есть у тебя есть ритм, когда ты вдыхаешь, выдыхаешь, да, вдыхаешь, выдыхаешь. И на этом ритме мы, в принципе, хотели строить ролик. И сейчас я уже включу финальный креатив, который мы разработали в рамках вот этой платформы «Вдох-выдох Моршинская». О! Боже мой. Ну, такое тоже бывает. Да, вот такой получился красивый очень ролик. Потом у нас есть, да, такая практика, мы делаем лендинги, ребрендинги, как мы их называем внутри. Тут мы расписали просто полностью уже всю историю, которую мы заключили в это позиционирование, раскрыли роль воды, раскрыли роль тела, всего, чего только можно было. И потом еще мы сделали адаптацию под мобайл, под сторис. И, в принципе, мне визуально, наверное, даже больше нравится, чем ролик широкий, обычный. Ну, потому что даже на телефоне он смотрится круто. Может быть, я просто привык уже так поглощать контент. Вот, но выглядел он очень классно. Даже хотя, ну, мы понимаем, что тут сильно обрезали вообще в целом картинку, но выглядел он круто. Также мы его размещали в кинотеатрах перед просмотром фильмов. На самом деле, самое большое количество комментариев от всех своих знакомых я получил как раз, когда они мне писали просто, что «О, мы видели рекламу Моршинской, были в кино, и, блин, как она круто выглядит, еще и на таком здоровом экране». Вот, и это было приятно. Ну, в принципе, как бы этого и добивались. Немножечко про съемки. Зерно, которое есть в ролике, это не пост. Реально все снималось на пленку.
все люди настоящие, балерина настоящая, дайвер настоящий, в лед он садился настоящий, садился несколько раз. И, в принципе, даже ребенок, который у нас есть на пэкшоте, ему тоже, по-моему, там 2 недели, по-моему, от роду. Вот, то есть мы там добивались максимальной трушности, насколько это можно было сделать. Пленка потом летела в Берлин, в Берлине ее проявляли, потом везли нам обратно, потом был монтаж. Ну, в общем, я в тот момент я понял, что снять ролик, да, это там заняло, по-моему, два дня, вот. А это, в принципе, 20% вообще, потому что потом идет монтаж, вот, на котором ты выгребаешь просто все комментарии, которые только можешь, вот, и пытаешься все-таки как-то отстоять свою версию, режиссерская версия еще есть, версия агентства, и ты между всем этим мечешься. И пытаешься выбрать идеальный вариант и найти какие-то компромиссы. Вот, поэтому, если возвращаясь к тому, что главный враг молодости – это как раз-таки вот эта фейковость и ненастоящесть, то тут мы максимально старались с этим бороться на уровне того, что там тот же пост был минимален. То есть все, как снималось на камеру, с этим потом и работалось. И разработали также в рамках этого всего серию визуалов, вот, на которых разложили всех наших героев. Вот, получилось, в принципе, как мне кажется, красиво. Было очень приятно, потому что у нас они висели прямо напротив нашего агентства, и когда ты выходил на балкон, то ты видел там огромный билборд вот, с этими визуализациями. Ну а теперь, в принципе, если вдруг вы что-то пропустили, вот, не услышали, не дослышали, я сделал такой легкий саммари, как все-таки быть бренду молодым, а не молодиться. Для начала не пытайтесь выяснить потребности, в принципе, любой аудитории на брейнштормах. Ну, просто забудьте об этом, ребята, у вас ничего не получится. Вот, вы просто упретесь в какое-то облако тегов, вот, и вы будете гадать просто о том, а правильно это или неправильно. Вот. По-хорошему проведите нормальное качественное исследование, дополните его парочкой глубинок. Если, опять же, у вас нет денег, времени или еще чего-то, никто вам не мешает пригласить к себе в офис брата, сестру, коллеги или какой-то там аудитории, которая отвечает вашим потребностям, и просто поговорить с ней, в принципе, вообще, чем она живет и как у нее дела. И в итоге, по концовке, уже в креативе, постарайтесь, чтобы ваша реклама не выглядела как 45-летний мужик, который пришел в школу к своему сыну и пытается молодиться. Да? Вот есть прекрасная иллюстрация, как это делает Стив Бушеми. Вот. Поэтому старайтесь так не делать. Вот. Это сразу все прохавают вот, и будут просто над вами смеяться. Вот. Поэтому, в принципе, у меня все. Хочется подытожить небольшой такой далай-ламингом. Постарайтесь быть молодыми, если не получается на физическом уровне уже, то постарайтесь оставаться молодыми хотя бы в душе. Вот, потому что это очень, очень прекрасно. Спасибо.